Всем привет, ребят, с вами Стивен, и я продолжаю играть в игру Mortal Kombat Mobile. Да, сегодня будет вот такой вот вид, потому что я сегодня играю на телефоне, не на планшете, планшет не подключал, потому что по факту мой сейчас весь игровой процесс, он проходит по сути на телефоне. Я ежедневно захожу в игру, провожу там часов по 8 времени, и доказать это легко, потому что сейчас 4 дня 18 часов до конца сезона, а у меня уже 21 тысяча сердец. Я надеюсь, что в скором времени я таким образом накоплю все 40 мне нужных тысяч, а то и 50, и выкуплю полностью весь магазин. Я даже сегодня это начну делать, чтобы это было просто великолепно. Ну и естественно пройдем 200-й поединок башни Линквей, потому что уже давно это было пора сделать. И конечно же оценим новый отряд, ну и естественно тактику. Поехали! Также, ребят, на сайте gamegold.ru на данный момент проходят скидки. Вплоть до 4 февраля, кстати, заканчиваются уже скоро. Вы можете приобрести любое количество валюты без ограничений с удвоенным как раз-таки вариантом. Если вы приобретаете 2000, либо 10 тысяч, либо 20, то вам, соответственно, приходит 4 тысячи, 20 тысяч, либо 40 тысяч душ. И это все на сайте gamegold.ru. А с моим промокодом будет еще и отличнейшая вам скидка. Вот такая вот ситуация. Ну, скидка в плане большего количества душ, естественно, потому что там и так в денежном эквиваленте скидки неплохие. Что ж, давайте прямо сейчас откроем для начала мастера. Хотел взять великого мастера, честно хотел, но не хватило усилий, вот серьезно. Я уже и так играл. И боролся там с каким-то челом за великого мастера. Но потом такой думал, зачем я это делаю? Все равно это та игра, которая никогда тебе алмазку практически не выдает из сезонного инфракции. По сути, у меня такая ситуация. И поэтому здесь как-то запариваться, что-то делать. Не хочу. Великий мастер, это ладно, мастер это тоже хорошо. Я считаю, это тоже идеально. Поэтому 500 рубинчиков я свои заполучил. И замечательно, 100 душ. Хотя рубины я не знаю, зачем мне сейчас на деле. У меня давным-давно уже выкуплен весь магазин в ФЭ. И что там делать, я без понятия. Вот другое дело, сезон крипты. Там покупать, конечно, есть что. И лучше бы здесь уже не рубины, а сердца выдавали. 500 лишних сердец никогда не бывает. Перчатка Фредди, небесный выстрел, мрачная сущность, бесполезная экипа, которая уже давно у всех прокачана. Вот что тут новое можно было бы добавить, хоть с маленьким шансом, но чтобы было. И что мне падает из набора за мастера? А из набора за мастера мне падает... Вот о чем я и говорю, типа, шансы очень низкие. Мастера ты тут получишь, великого мастера. Чаще всего все равно, тут даже не смоук выпал. Не смоук, там шанс на него очень хороший, классический имеется в виду. Мелина пронизывающая. Мелина, мать ее Мелина, ладно. Ну, конечно, 154 души это сильно, все-таки, так как я свой аккаунт сейчас по душам пытаюсь бустить, потому что в скором времени... Очень много праздников в Америке, и как раз таки тут еще и китайский Новый год, поэтому будет чем заняться, будут наборы, стоит копить, стоит определенно копить. Так, я на 37 этапе, надо там будет несчастных два этапа пройти. Вот что мне здесь выпадет? Мелина классическая, я просто выполнил задание, получил по факту, да, не пронизывающую, но тоже Мелину. При этом я здесь даже не напрягался, само по себе задание было пройдено. Итого уже 7508 душ. Нормально так фармится, не правда ли? Ну и давайте, башня Линквей, а потом уже в магазин зайдем, что-нибудь поприобретаем, да? Люкан МК-11. Да, по поводу, кстати, талантов. Давайте я все-таки покажу таланты, потому что мне недавно писал человек, хотел, чтобы я прошел ему битву, и я ее прошел, но я посмотрел на него таланты, там просто был мрак какой-то. Ну, он неправильно их прокачал, из-за этого он не мог пройти тот или иной поединок. Я ему вкачал, прошлось очень быстро, все и легко, и если кто-то не знает, какие приблизительно талантами я пользуюсь, и какие я по большей
больше счастья для себя именно нашел. На данный момент самый главный талант это вот здесь он находится. Это, конечно же, и стойка всадника, и командная работа. В соотношении получается очень быстрое накопление силы. Мне кажется, это основа отчасти. Но я просто вам продемонстрирую, чтобы вы знали, если вдруг кому-то понадобится, вот это более-менее хорошая сборка под любой отряд. И по талантам она везде тащит. Что в крипте, что в любой башне. На данном этапе это топ. Это топ определенный. Ну и здесь у меня Люкан МК-11. Я поставил на него 2 блокбрейкера. Надеюсь, это мне как-то поможет. Плюс у Люкана пассивная способность неплохая под блокбрейкер идет. И поэтому я буду надеяться, что в коллабе оно затащит. Оно затащит. Сабыч, здесь у меня, к сожалению, только лишь один блокбрейкер. Я понимаю то, что там перебивание чуть ли не под сотку идет. И понятное дело, что будет сложно с этим возиться. Ну и здесь тоже 2 блокбрейкера. Но мне здесь нужен был именно Сабыч и его бруталка, потому что вдруг кого-то там по бруталке придется как-то перебить, и это было бы шикарно. Ладно, забираем и погнали. Погнали пробовать и смотреть, что сейчас будет. Будет, конечно, великая битва. Вот в прошлый раз я дико косякнул, там я с 2 попыток, конечно, прошел, но я там не прочитал первоначально, что есть такая вот прям очень-очень бесящая экипировка, которую я недолюбливаю немного. И поэтому вышла вот небольшая проблема. Люкан, единственное, что вот я заметил, в нем есть небольшая сложность. Это единственная, на мой взгляд, сложность. Это то, что он медленный достаточно. Я не знаю, либо мне так кажется, может. Но вот я прям его таким медлительным вижу. По крайней мере, вот у себя. Вот прям он такой медлительный прям. Но при этом он достаточно большое количество урона наносит. Как он у меня божил именно не здесь, а именно, получается, в башне Темной Королевы. Он прям просто там тащером был. Нереальным тащером. Так, добиваем еще немного. Кстати, в оглушение не идет. Иммунитет у него, оказывается, на оглушение. Молодец. Ну и вот тут, как вы видите, бруталка помогает. Идеально. Далее выскакивает сейчас еще один персонаж. Он, конечно, мне по щам врезал. Но здесь самое главное вынести его тоже за счет бруталки. Почему? Потому что здесь имеется один достаточно интересный персонаж. Сабыч, который будет защищать. Полностью защищать этих персов. И, конечно же, вообще у нас шансов никаких не будет. Замена. И далее давайте здесь поддобиваем немножечко как раз-таки этим персом. Блин, тут каждый персонаж что-то дозначит. Вот реально, тут вот я обратил такой момент, то, что любой персонаж здесь что-то дозначит. Вот в этой тиме нет однозначно самого таки крутого перса. Есть, конечно, классные персонажи, но все же есть круче, имеется в виду. Но все равно они друг дружке так немножко помогают на деле. Ну и вот сейчас, если он восстановит его... Не-не-не, все отлично, надо теперь добивать. Давай. Вот так вот, блин. Вот этого я и боялся. Ладно, здесь 300 тысяч всего лишь, поэтому, в принципе, добить можно. Так, выносим его. Хорош, и теперь замена. Замена, сразу же спецприем, я думаю, вот такой вот наносим. Блин, очень мало урона. 26 секунд всего остается. Ой, печальная ситуация, печальная. Надо было все-таки больше на криты ставить. Всякой темы, потому что 18 секунд я не успею добить, я уверен. Даже по 400к, если наносить, у него аж целых 3 миллиона урона. 3 миллиона, здоровья точнее. Вот урона у меня столько не будет, сколько здесь здоровья надо. Так, ладно, давай, ну, переключайся, хорош. Эй, блин, нет. Перебивает, мразь. 2 секунды, давай, последние хотя бы. Хорошо. Блин, ну да, здесь я немножко расстроился. Поражение, блин. Ну, окей. Я думаю, что в следующий раз, когда я просто-напросто собирать отряд буду, я сделаю еще его круче. Я вот как башню Темной Королевы с первого раза определенно пройду. Вот 100%. Инфа сотка будет. Я этот бой пройду. Просто тут 3 мульта у Сабыча, я не ожидал такого. Ну и плюс здесь, конечно, надо было на данного перса все-таки побольше критуль вешать. Ну ладно, как есть. Хорош. И давайте вот здесь вот прямо сейчас вот так вот добьем. Кстати, вот заметили, у меня периодически возникают подторможения небольшие. Это, не обращайте внимания, это не у вас проблема. Это у меня iPhone уже старенький, и поэтому он немножко подлагивает. Вот в планшете вообще никаких проблем нет. А в планше это вообще вот он, я на нем играю, когда он прям божит планшет. Работает на ура. Ну, телефон уже такой
пошатывается немножко. Но все равно на нем удобно играть. Мне, например, крипту проходить вообще идеально. Вообще идеально. Так, далее. Хорошо, хорошо. И тут вот быстро-быстро-быстро проводим. Отлично, 200 тысяч всего забрал. Но на телефоне еще я заметил, кстати, вот он лагает дико. На телефоне я еще заметил, есть одна такая небольшая проблема. Это то, что он еще, и вот на нем набивать мне, по крайней мере, сложнее. Я не знаю, я один такой, либо нас, возможно, несколько таких человек, которые реально вот, они прям... Они, блин, вот вы посмотрите, как лагает игра, это жесть. Это жесть. Не, я никогда давно уже не записывал ролики на телефоне. У меня спрашивают, почему. Ну, вот одна из причин. Вот одна из причин. Я даже не могу нанести урона. Он меня избивает тупо. Я не могу ничего сделать. Это капец. Это капец. Игра, переставай лагать. Я даже набить сотку не могу. Это жесть. Это капец просто-напросто. Давай, давай, тащи, тащи, давай, спецприем, отлично, главное не слиться еще здесь, если я здесь сольюсь, жесть, он лагает, давай, давай, спецприем первый, ё-моё, это жесть, я не знаю, тут видно, не видно, но это прям капец был, и меня снова, походу, победили, блин, это жесть, это реально жесть, я не ожидал такого, реально. А, блин, нет, нет, это бред полнейший. Капец, чё он так лагал? Это капец, это нереально играть. Я думал, на телефоне достаточно удобно, и картинка будет плавная, но не тут-то было. Мой 12-й iPhone, да, да, мартуху не вывозит. Ладно, ладно, давайте заодно тогда попробую поменять немножко экипу. Немножко экипу. Я хочу просто протестить, что будет, если, например, мы уберем здесь блокбрейкер. Например, молот гнева поставлю. Один блокбрейкер оставлю, но с молотом гнева. И я уверен, будет совсем другая картина. Здесь будет все в разы интереснее смотреться. Поэтому будем сейчас оценивать Люкана с молотом гнева. Я думаю, что Люкан с молотом гнева — это уже какая-то стоящая картина будет. И будет все в разы интереснее. Но пробуем, пробуем. Блин, но на самом деле вот картинка именно с телефона мне нравится в разы больше, чем с планшета. Потому что на весь экран все растянуто. Но это вот единственный плюс, наверное, то, что все на всем экране можно посмотреть. Эй-эй-эй! Да, даже здесь я 80% всего набил. Это капец, это трэш. Так, давайте заменяться. Блин, вот именно вот в этот момент, когда я выбираю, он наносит вот этот вот свой фатальный удар. Вот я такой же могу нанести. Надо было так и раньше сделать, я прошел быстрее. Ну ладно, хорошо. Хорошо. Ну ладно, это как минимум урок того, что не нужно все-таки на телефоне больше записывать видосы. Инжу нормально записываю, но МК уже не вывозит, к сожалению. И падает мне Джейд Ассасин. Она становится 8-го слияния. Хороша, хороша Джейд Ассасин, то, что она прокачивается. Мне в последнее время очень много ассасинов падает. Поэтому отчасти это классно. 8-е слияние — это четко. Это четко. Ну и башня пройдена. Да, снова не без косяков, но в любом случае, в принципе, нормальная ситуация. Так, ну и далее крипта. Далее крипта, переходим сюда. Пока что не буду главного основного персонажа брать, потому что я знаю, что я могу забить хер на персонажа за 10 тысяч сердец, если приобрету за 14. А если приобрету за 10, то хер на 14 я точно не положу, потому что Рейн МК-11 мне нужен. Он достаточно неплохой персонаж будет. Поэтому покупаю отличнейшую Девору. Вот многие думают, то, что Девора говно какое-то или еще что-то. Я по комментам сужу. Девора — это отстой и так далее. Нет, классный персонаж. Классный. С отравлениями хорошими. Поэтому была бы она у меня 10-го слияния. Может, и каточку за нее сыграл какую-нибудь другую. Но было бы классно. Было бы классно. Поэтому соединяем 6-е слияние. Это тема. Джакс Брикс классический. Становится у меня 7-го слияния. Классика Джакс Брикс не хуже того же Люкана будет. Ну, да, Люкан, конечно, это бомба, но Джакс Брикс, он по-своему хорош. Это и хороший танк, который реально играть одно удовольствие. Плюс, если брать Башню Земного Царства и его экипу, то это просто имба будет. Я как-то за него вроде даже в Башне Земного Царства играл и демонстрировал его с его бруталкой. Он прям разносил немножко. Поэтому, да, приобретаю его тоже.
И уже часть магазина куплена. Мне осталось только истязатель приобрести. Рейн МК-1 с Ибраку. Итого 21 тысяча плюс 6. Мне осталось 27 тысяч сердец нафармить. И я, по сути, приобрету полный магазин. На этом мне 4 дня 18 часов еще есть. Плюс здесь я ключи буду тратить. Поэтому, в принципе, я пройти все смогу. У меня даже по загрузке, чтобы я все быстро делал, у меня, видите... Крипта Мелина есть, крипт точнее. Далее, если мы перейдем, мы посмотрим тут Саб-Зиро крипта. Я таким образом просто-напросто облегчаю себе вариацию тем, что сразу же выбираю какую-то определенную команду и сразу же отправляю в IT. Единственное, у меня проблема есть в том, что иногда, вот я не понимаю, каким образом, у меня может старший бок и высоко переключаться резко. И я перехожу на высоко, потом обращаю внимание и такой... Кобздец, куда я зашел? У меня один раз в этом сезоне было, так бы у меня на где-то 1000 сердец было бы больше на данный момент. Но такова жизнь, такова жизнь. Но в принципе вышло все достаточно неплохо. На этом, я считаю, стоит и завершить данный ролик. В принципе, получилось классно. Выбил интересного персонажа, но не без проблем. Телефон реально лагает, он дико нагретый сейчас и, видимо... Все-таки нужно продолжать на планшете записывать, потому что там все-таки более плавная картинка, более все качественней. Ну а те, кто просили, чтобы я поиграл именно на телефоне, я это сделал. Поэтому всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всем пока и до новых встреч.